Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Артес, и в этом видео вам покажу и расскажу, как настроить бодикам так, чтобы при съемке видео с другом в скайпе или в какой-нибудь любой другой программе его было слышно. Итак, для этого мы открываем, конечно, бодикам и открываем видео. Потом настройки и выбирайте дополнительное устройство. И именно надо выбрать Win7 Sound, ну вот это мне лень читать. Итак, выбрали. Да, и вот быстро вам расскажу. Это, если вы не настроили бодикам, чтобы было хотя бы слышно вас, то есть выбирайте основное устройство, микрофон, ну и какой у вас микрофон. Вот у меня USB, микрофон, ну, фон, короче, пофиг. Вот, выбрали. Нажимаете ОК, и для того, чтобы проверить, работает или нет, открывайте Skype, и вот давайте позвоним. Вас приветствует служба тестирования связи Skype. Появился, после сигнала начнется запись вашего сообщения. Все, если звук появился, значит все вы настроили правильно, у вас все работает, и вы молодец вообще. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось мое быстрое и легкое объяснение. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну что ж, всем удачи, всем пока.